Сломал. Вон, баба строила, а ты сломал. Почему ты так делаешь? Вот, я дом чиню. Вот. Не похоже, весь в апельсине испачкался. Мама, это яйцо. Яйцо где? Вот оно. Мама, отец будет. День мама будет. Мама киса? Да. А еще что ты придумал? Какая у тебя идея есть? У меня идея... Ой, где дом? Вот. А, вот он. Вот я... Это... Вот я чиню. А еще какие идеи? Я пойду. Вот. Это что? Это замок. Всем привет! Мы сейчас выехали с Климкой, с бабой, с дедом. Клим без сидения, ай-яй-яй. Баба и деда. Баба и деда. Папе нужно в магазин купить костюм, а нам нужно на аттракционы. Мы заодно решились вместе съездить. Да, пойдем, мама. Едем, да. Ты пойдешь к маме на ручки? Да. Давай. Ну, идем. С мамой будешь сидеть. Мама тебя будет крепко держать, да? Нет. Мы с Климасиком приехали в аэропорт. Катаемся на поезде. Здорово! Домой. Что, домой хочешь? Нет, мы только начали кататься. Так, мы здесь ищем площадку игровую. Мы с Климом как в Орле и Решка. У нас в кармане только 4000 тенге. И нам нужно по полной программе... Развлечения. Ай, не катится. Одной рукой не могу. Так что будем экономить. Захотим кушать, купим какой-нибудь сэндвич. А ты скажи, что мы сейчас будем кушать? Картошку фри! Правильно, картошку фри! Молодец! Картошку фри! Так как у нас денег нет, мы покушали мороженое и заказали две порции картошки фри! Сейчас будем объедаться! Да, фри! А баба с дедом еще ходит пока по магазинам, нам даже не звонят. Готова наша картошка. Вот столько фри у нас. К сожалению, не самая вкусная картошка попалась нам. Но ничего, с голодухи пойдет. И главное, Климу нравится. А где надо было сесть? Черт, а где ваши вещи?
только смотрит мультики и в итоге ест лапшу. Мама с папой бестроганов кушает. Вот такое вкусное мороженое кушаем, киви баблгам. Вывела своих родителей инопланетяне. Клим, ты уже наелся мороженого всего. Клим так много никогда не ел, кажется. Сейчас он шарики разложит. Танцует, Клим. Молодец. Пойдем танцевать. Он танцует с мальчиком. Мальчик молодец, не стесняется. Ему понравилась девочка. Ничего себе. Сына, красивая девочка, да? Все, пойдем. Ага, я не могу. Клим, пойдем. Боже мой, Климу понравилась девочка. Первый раз в жизни. Это его первая пятиминутная любовь. Пойдем с дедом, с бабой. Я чуть не расплакалась. Пошли. Даже чуть-чуть расплакалась. Как-а? Зачем ты тут лазишь? Привет. Как-а? Климка устал. В общем, там Клим спит, я пошла к нему. Мама с папой до сих пор шопятся. Клим спит, я бы тоже поспала. Опа. Мы наконец-то приехали домой. Климка, а ну-ка расскажи папе, где мы были? Были. Где были? Мы были. Где мы? На горке. А что, где, что ты там еще делал? Пение. Играл? Да, играл. Молодец. А на какой машине катался? Пожарники. На пожарной машине сам один? Да. О, не боялся? Я Мию. Ты не боялся? Ты дядя Мию? Да. Он тут все загадил? Вообще все. Ах ты, затерун. Еще и знаешь, ну хочет на диван. Пищит на диван хочет. Беру на диван, не может сидеть на месте. Ну да, он как Клим, не может сидеть на месте. Кусяй. Прыгай. Саньке на скорую руку приготовила картошечку. Мне кажется, вкусная получилась, прям такая поджаристая. Саня только что пришел с работы, и я недавно приехала, на меня наехал, что, мол, ты уехала, дома ничего кушать нет. Вот, я ему быстро наготовила. Бедная, несчастная, наехал прям. Нет, я знаю, кто самый бедный, эти собаки голодные. Я покормила. Масло тебе не жирно, Сань? На ночь масло. И так картошка жирная. Здесь у меня все кипит, бурлит, кашу варю. Мясо поставила. Пришли мама с папой, мы ужинаем вместе. Ужин всей семьей, кушаем борщ. Мама с папой принесли борщ. Мы живем настолько близко, что мы можем с кастрюлей приходить друг к другу домой и ужинать вместе. Так что приятного нам аппетита. Саня уже покушал картошечку, доедает. Климчик, да, не захотел? Картошка? Да. Ну, будешь кушать. Борщ, сейчас Клим тоже будет кушать. Нравится гранат? Да. Вкусный, баба чистит гранат. Сейчас будем кушать с чаем. Так, вот тут кружки у нас, ладошки доедать. Ты еще будешь гранат? Кушай, солнышко. Вырастешь большой, прибольшой, как папка. Если будешь гранат кушать. Большой буду. Большой, нежно. Ты не маленький? Он мне говорит, мама, ты у меня такая добрая, айосия. Мама, у тебя какая?
Мама Асяя. Асяя, еще какая? Еще какая мама? Айкая. Тола. Тория. А еще? Морозная. Добрая. Он играет с роботом. Пиодик пристает к папе. Он собака Кусака. Так, нет. Кость. Кость, да. И дед, неси гантели на место.